Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас покажу вам фокус с четырьмя монетками и четырьмя картами. Очень простой трюк. Мы будем использовать четыре монеты и четыре карты, естественно. Накрываем каждую монетку картой. Вот таким вот образом. Так, давайте повернем их. И теперь, смотрите, у нас вот здесь две монетки, так? Оп. И они телепортируются, так? Теперь давайте с этими. Смотрите на эту монетку, оп. Ее здесь больше нет, и она появляется здесь. Так, давайте продолжим. Теперь вот эти две карты. Готово. Это самый простейший трюк. Называется матрица. Самая простая версия. Что нам для этого трюка нужно? Разложить вот так монетки в четыре угла и четыре карты вот так сложить вместе. После этого мы подводим их к любой монетке, якобы чтобы накрыть вот этой верхней картой. И мы своими пальцами забираем монетку и скидываем карту. То есть монетка у нас остается вот здесь. После этого накрываем следующую, просто накрываем. То есть мы всего лишь одну монетку забираем, накрываем следующую. И вот эту карту с монеткой мы отпускаем сюда. То есть здесь у нас две монетки, здесь ни одной. Главное помните, где у вас нет монет, а где у вас больше на одну. Итак, теперь мы берем ту карту, где две монетки, поворачиваем. То есть каждую карту мы вот так поворачиваем. Поднимаем рукой вот это место, где у нас две монетки. И одну монетку поднимаем вместе с картой. Показываем, что здесь одна монета. Но делаем мы это правой рукой, если она у вас с правой стороны. То есть вот, подняли, показали, что одна монетка. И другую, любую, просто подняли, показали, что одна. Теперь, все, что нам нужно сделать, это здесь монетку отпустить, а здесь монетку забрать. Только синхронно, вот так. Показали, оп. И зритель будет думать, что таким образом она телепортировалась. Итак, теперь эту карту, которая у нас лежала вот здесь, двумя монетками, мы убираем. И вот эту карту с монетой мы кладем сюда. Теперь поднимаем вот эти две. Поднимаем с монетой, а здесь просто поднимаем. Теперь то же самое. Здесь отпускаем, вот, чтобы вам было видно. Смотрите. Оп. И у нас монетка здесь. Эту карту снова убираем. Кладем. Теперь можно дать зрителю это сделать. Потому что здесь у нас уже ничего нет. Вы просите зрителя поднять две карты. Он поднимает и обнаруживает, что здесь у нас все монетки, а там ни одной. Вот такой вот простой трюк. Подписывайтесь на канал. Если вам нравятся фокусы с монетами, пишите. Я тогда буду их выкладывать. Всем спасибо за внимание. Всем пока.